Всем привет, уважаемые зрители! Приветствуем вас на нашей новой серии Драмик. Всем привет! Сейчас мы посмотрим, что нам приготовил новенького Драмик. Что он тут понаделал. Ну вот я вижу, воронки здесь поставил на дробилке. И еще. Чего? Воронки давно стоят. Да, я тут маленько перестраиваю. ТНТ он ставит. Я лесенку поставил. Ну, она что-то такое. Что интересно. За хернукость? Подожди. Буглик? Ну, ты батарейный отсек видел уже там на него, что ли? Наверху, да, я только что, ну, я это зрителям-то не показывал, я так только видел. Сегодня зашел, когда. Вот это вот наш новый батарейный отсек, если я вам показывал старый вообще. Оба, а что это за такой этот? Это трансформатор. Не трогай. Это я другую линию решил сделать. Для обработки чего-нибудь. Кесу. 30 тысяч. Слушай, а из чего эти кесу крафтятся? Сейчас, подожди, наберу. Из бронзы. И все, что ли? Нет, не все. Халявный крафт, по идее, да? Там из батареек. Слушай, он мне говорит, мне надо переключить этот... Батареи делаются из свинца. Вижу, да, бронза, батареи из... Лед даст и сульфур даст. О! Так ты где столько сульфура взял? Так это ж сера. Электролизер. Понял, окей. Дальше давай показывай. Уже вниз ходили, да? Прикольный спуск. А вот это, кстати, мы показывали зрителям в прошлый раз. Тут какой-то чудо-механизм. И здесь были два выключателя. Да там не чудо-механизм, там просто движок, который питает все это. Опасный и безопасный там был. Я потом... Нет, это сейчас... Видимо, опасный. Ну да, в общем, то же самое. Тут переделываю теперь. Вот смотри, что я сделал. Система, конечно, кривая, чуть-чуть надо переделать, но в целом вот так вот будет. Капец. Смотри, тут эндермен побывал. Зараза. Но я его уже убил. Капец. Как теперь разочаровали под... да ты мне рассказывал про эту систему, да? Когда-то ты помнишь, как ты говорил? Да, просто уровень повышаешь на одну клеточку, подходишь. И ты уже, ну-ка, сейчас проверим. Это не кладется, вот ну-ка. Подожди, у меня все зачаровано здесь. А вот броня нет. Ну-ка сейчас проверим, у меня как раз... О! Мне надо зачаровать. Слушай, интересно, а что я могу валанга зачаруется? Фиг там. Борода. Кираса, смотри, третий уровень. Так. Второй уровень. Третий, пятый. Третий, так. В общем, первая кнопка это до... Блин, я не помню, до 15-го, что ли? Нет, до 10-го. Вот. То есть, вторая до 15-го и последняя максимальный. Ой. Правда, иногда клинит этот фигня почему-то. Ты сейчас видел, как поршни прыгали, нет? Нет. А, вот они все вылезли, да? Вот все вылезли, вижу. Да. Это у нас будет сейчас максимальный уровень, вот 30-ка, ага. Но мне не надо 30-ка, мне надо, чтобы было... Вообще, на самом деле, здесь 4 разных уровня. То есть, не нажимая на кнопки, вот издалека стоишь, спокойно все стол. 3 единицы, такое разве бывает? Это минимальный уровень. Все 3 единицы, ни разу такого не видел. Ну, это разное зачарование, значит. То есть, когда просто стоишь вот так вот, подходишь, один уровень, второй, третий, четвертый. Да. Прикольно. Я просто видел, что кнопками люди делают, а в самом деле... Слушай, а как ты сделал так, что, допустим, когда слазишь с этой кнопки, да? Оно как-то этот... Ну вот я же с этой слеза на вторую наступил, а эти все равно сохраняются блоки, вот эти два. Ну вообще, допустим, эти два сохраняются просто потому, что когда кнопка активируется, вот эта,
Даже можно редстоун не подводить, и он будет срабатывать. От этой кнопки, что ли? Типа. Да, просто от самой кнопки, от того, что вот рядом с блоком А стоят. вот, ну, допустим, а третий как тогда работает? А Третий. третий провел через репитеры обратно сигнал. На вот эти, да, где ты сейчас ходишь? Чтоб эти оставались активированы, и все, да. Ну ладно, я понял. Я, то есть, ничего не понял, но думаю, что те, кто смотрит, те поймут. В общем, вариант на Слово самом деле. репитер там ключевое было. О, пчелки. Видов. Страница. Что такое-то? О, какие-то вопросики. Что это такое? Скажи. Где Вот здесь вот что? пчелы, вот здесь какой-то сундук с пчелами, что ли, не пойму я. Да. Ну, это для селекции. Какая-то информация. Я на самом деле эту тему еще вообще не понял. Удержите, нажав Shift для стандартный бофф сыра. Да. В общем, уважаемые зрители, здесь нужен специалист. Давай телепортаторная, включай. Все, я готов, я снова Халк. Вот что такое. Подожди, ты снова Халк там выключил после себя? Я ничего не включал, не нашел этот тумблер. А. Ну а сейчас вообще-то не взорвется, конечно. Тут Да я сейчас нет слышу. опасного или безопасного. Я поставил там ДВС и вот водяное охлаждение. Окей. Все, я поднимаюсь наверх. Я там все внизу понял. Так, здесь у нас этот ударный, это дробилка. Имплозин, то есть компрессор, не дробилка. Соврал. Да. Ударный компрессор. И как называется? Всегда компрессор с высокого давления, может быть, или что-то типа того. Или взрывной компрессор. Взрывной компрессор, пожалуй, да. Что еще можешь показать? Интересного. Что еще могу показать? Начинаю пока. Пока вот ничего особенного. Все делаем, перестраиваем. Вот верточок поставил новый. Только я не понял, как им пользоваться, но он лучше, чем автоверстак. Вот, Да? ты на нем стоишь прямо сейчас, О. правильно. Ух ты. Всякие кнопки. П это парковка, походу. Да. Парковка. Подожди, я хотел этот. Я же здесь заправку делал. А где? Я же Он только... кислород закачивал в этот в баллоны. Я его переложил в медный сундук. Так, компрессор. Нет, я сегодня вот еще. Так, 10. Зажатый воздух, 10. Слушай, там несколько стаков лежит в медном сундуке. Все, понял, понял. Сейчас найду я мед Не надо сундук. больше делать. Медный сундук это там у нас который. Хорошо. Так, это здесь, значит. А еще О, я знаю, что нифига тут нашел. сколько. Я промышленный тротил. Знаешь, до этого как делал? Как? Кремнием обкладывается. И получается из 3 штук 4, по-моему, что ли. Оказывается, кремень дробить можно. Так из него получаются маленькие кучки пыли. Или какие там пылинки, крошки, как разному называют. А Из них потом? крафтятся кучки пыли кремниевой, так? Ложишь ее в ассемблинг машин. Assembling И машин. один этот. И получается с одного такого. С одного обычного динамита тротила получается 5 штук промышленных. Потому что для этого взрывного компрессора как раз для него много нужно промышленного тротила. Понял. Для взрывного компресса надо много тротила. Подожди, а где у меня бур? Брик. Брик. А, я джетпак еще сделал. Да ты чё? Алмазный Капец. бур. Да, сейчас можно на остров с высоты птичьего полета посмотреть. Ну-ка, дай-ка, дай-ка, дай-ка. Это же вообще прекрасно. Так, они лежат в медном сундуке. Ну, я 3 штуки сделал, потому что тут занимался раскопками. Умер, надо было срочно назад возвращаться. Медный сундук центральный. Да, я просто выкидывал этот барахло у меня здесь лишний. Слушай, песчаник мы куда ложим, ты не помнишь? Песчаник или в декор сюда, где стекло. Так, сейчас. Да, вот вижу, ага. Это сюда. Или с землей вместе. Нет, там не было, там просто песок, земля где.
Джетпак. Они где-то другие стали, да? Я не вижу джетпака здесь вот внизу. Нет, назад развернись, медный сундук. Все супер. То есть две штуки я беру, да? Как обычно? Или что? Ну, тебе да, две штуки, как обычно. А ты сам что будешь без Я сейчас джетпака? делал. Слушай, у тебя алмазный бур есть, нет? Нет, у меня обыкновенный бур был, если вот здесь вот в этом сундуке. Ну, а вот... О, алмазный бур здесь лежит, мне кто-то положил. Ты что ли положил? А ты взял его? Нет, вот А он точно лежит. он. Да, это твой, потому что я себе тоже сделал. Там же было... Подожди, там же внутри обыкновенный был бур. Ну, я его сделал алмазным. А, все, спасибо большое. Это... Я теперь тоже. Не надо отсюда выйти. И мы Чё? летим. Ух! О, даже настроенный джетпак сразу. Смотри, я наверху. А я выше. Сейчас ты у нас спустишься. О, паучка нашел наверху. Вижу его. Так, внимание, цель. Крипер. А, нет, Что не это значит? издевайся. Он отрезался буквально при мне сразу. А чё здесь резаются? Здесь же как бы вроде этот, как его, не темно. Или чё, или темно. Ну, тень, видимо, отбрасывает эта вот штука. Конструкция. Так, джетпак это круто, но мне надо сейчас кое-что там подремонтировать. В общем, а, Драмик, знаешь, чё еще какой вопрос был? Смотри, ты же здесь, да, сейчас наверху? Во-во-во. Глянь, пожалуйста, одну вещь. Вот сюда подойди, где я. Соседняя платформа. Ой, как ее там? Вижу нефть. Соседняя мулька. Да-да-да, вот. И я, короче, вот сейчас взлетаю и лечу вон на восток, что ли, вон туда. Я сейчас по килочкам понатыкаю, видишь, чтобы они наверху не спавнились. Ну ты видел, да, куда я летел? Твоя стеклянная фигня. Да-да-да, вот стеклянная фигня. И смотри, видишь, я под ней делаю такую коробку из гранита. Так, подожди. Что-то я заблудился, видимо. Ты А, можешь вот так. даже не лететь. Вопрос как бы теоретический на самом деле. Хотя, или практически. Вижу. Ну, И что ты практика коробку тоже. какую-то делаешь? Да, что делаешь? Коробку из гранита, да, и что дальше? Да, смотри, я хочу оттуда убрать воду. Я начал засыпать его этим гравием, да? Подожди, я что-то подвис жестко. Ну. Ой. Ну. Ну, ты понял, смотри, я начал внутрь засыпать все гравием здесь. Но как-то не то, что не камильфо там. Ну, напряжно. Думал, может, помпу поставить и выкачать. Она выкачается, нет, ты скажи мне. Выкачается, если там все отверстия уже закрыты, то есть внутрь вода не попадает. Ага, то есть он не будет океан сосать, он только будет из моей коробки, да, сосать? Да, как ты сейчас наблюдаешь, я вылетел. Да, left написано уже. Просто я у Грозного то же самое спрашивал. Он сказал, что нафиг не надо горти. Что нафиг надо? Ну, типа, некуда будет сливать эту воду, тра-ля-ля там. В цистерну слить, потом цистерну разломать, нижний блок, и все, она Ну. пропадет. Вот я так считаю, что как бы... Как бы это... А, ну все, ныряем. Мульк. Пошел я строить дальше его. Я не помню, показывал я зрителям, нет, как я его строю, но вот тихонько строю. Ой, неправильно строю, отсюда хотел лететь же. То есть, я строю вот так вот его. Так, стоп, стоп, стоп. Вот здесь. А, что-то никак не могу приспособиться. В общем, вот так вот делаю. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз. И так темно, еще этот гранит черный такой, и вообще тут... А ты с какой целью вообще строишься? Спавнер будет у меня мобов. Так уж и будет. Ну, спавнер такой, как бы, как тебе сказать, не серьезно, а такой вот, ну, чисто для фана будет. Но учитывая то, что он находится ниже уровня моря, я не знаю, к чему привязано это. Так к солнечному свету это привязано, я думаю. За границей. Ну, с другой стороны, надо же это место использовать как-то. Надо же вообще чем-то заняться мне. А, кстати, еще, уважаемые зрители, я хочу еще построить корабль на воде, деревянный.
Вот, дерево я заметил. Я смотрел, там дерево вообще полно очень. Я решил там построить деревянный кораблик и поселиться в нем. Кровать там поставлю, столик поставлю себе. Пепельницу, душ. В общем, все как положено. Ну, санузел там, ну, в общем, все вот эти дела. И этот, как его, штурвал капитанский будет у меня. Я буду рулить там этим кораблем. Уплыть я вряд ли смогу далеко, но попытаюсь, по крайней мере. Врагу не сдается наш смелый варяг. По-моему, смелый. Гордый. Какой? Твердый? Гордый. А, гордый, да, гордый. Ну, я видишь, что ты плохо учился в школе. Все плохо учились, почти. Что-то я испугался, думал, что за зеленое чудовище там. Так, кстати, здесь темно стало. Посмотрите. Вот. У тебя еще не загорожено. А, понятно, это у тебя две типа. Я тут по порядку, в общем, загораживаю сейчас. Чё, есть дверь какая-то? Нет, у меня столбами только все не загорожено. Или на... А, наверху? Нет, это не дверь, это дыра. Ее заделать сейчас буду. Заделывать буду. Это ну, я... снаружи видно будет хорошо, где дыры. Особенно ночью. Здесь как раз ночь наступает. Чё за проплыву здесь? Вот я здесь начал гравий засыпать, но как-то этот... Короче, не радует меня перспектива засыпать и гравием все это. Живем в индустриальный как бы век, у нас и мод соответствующий индустриальный стоит. А засыпать как-то по старинке гравием. И помпа свободная есть. Не камильфо совсем. И помпа свободная есть. Тем более, раз помпа есть там свободная. Это, наверное, та, которую ты использовал для выкачивания воды, да, помпа? А потом ты сделал бесконечный источник. Не, знаешь, как раз та, которая использовалась для выкачивания воды, по-глупому. Она так там еще где-то стоит, да. Так оттуда и качает. Я уже часть труб переделал. Нет, помпа, которая лава качалась. Там лава, может показать уважаемому зрителю, как выкачивается лава. Да, сейчас покажу, как раз у меня кончились эти брики, кирпичи. Пойду покажу, обязательно. Ух, с этим ранцем так вообще клёво стало. Прям вообще. И где лава? Ну я вижу вот эту вот огромную цистерну. Кстати, она не полная почему-то. В нижнем мире, да потому что расходуется. В нижнем мире, посмотри. Сейчас я здесь покажу объем. 14 тысяч ведер здесь, ребята. 14 тысяч. Так. Пендорочек. Так кто так картуз поставил? Это я поставил только вот недавно. Ну просто так для декора, думаю, да, две штуки воткну. По-моему, неплохо получилось. Подожди, он так вырос или ты так нарастил? Не-не, я поставил так, это не рос он так. Друг на друга поставил. Внимание. Насколько я знаю, он так вырасти не может. Да, он вроде 4 растет. Так, мы в нижнем мире. Ну я вот эти помпы, кстати, показывал. Да, там насос. В том плане, что как выкачалось сейчас. А вот это я еще не видел, кстати, дно. Мы видим дно в нижнем мире. Это сенсация. И вижу край, как оно ступеньками так тик-тик-тик стекает. Оно продолжает, да, сейчас так высасывать его? Да, и... Ну да. О, слушай, у меня же джетпак здесь есть. Я уж там, знаешь, полетал, и это... Светопыль насобирал. Песочку. Пару газов завалил. Я знаешь, что думаю, надо в следующей сервере, сборки там или что, обязательно использовать Divine RPG надо. Ну и там крафт, естественно, четвертый. И тогда вообще будет веселуха, представляешь, как весело будет. Это просто будет
капец будет просто полный. Я считаю так. Угу. Ну считай, считай. Красиво. Тут костяные деревяшки сверху. Ой, деревья сверху свисают. Ух ты, а что за светлая мулька такая? А, это же просто грабин, наверное. Гравий обыкновенный. Да, я думаю, что за белая ерунда такая, оказывается, это гравий. Я думал, что какой-то особый этот песок там или что. Вот эта лава стекает, когда ее выкачиваешь. Так что это миф, что бесконечность лавы. Она конечная, даже в нижнем мире. Кстати, не такой уж и глубокий океанчик. А чё внизу, ты пробовал копать под низ? Под низ? Ну, вообще нет, не пробовал. До дна там, например, дойти. Я даже боюсь туда копать на самом деле, конечно. Боишься, что там лавовое озеро попадется? Я не знаю, что там может быть, например. Я, пожалуй, тоже сейчас иду. У тебя же бур с собой есть. Нет, я не взял, я обычно киркой копаю. А, я взял бур сейчас, быстро выясню. Тут какой-то желтый порошок, ты что ли выкопал? Перитаст. Слушай, точно там внизу что интересно, арминиум или... или да что? Я вот как раз сейчас копаю вниз. Ты здесь уже, в нижнем мире? Да. Вот, этого не было здесь, когда я последний раз был. Вот он, я, видишь меня сейчас, я вылетел. Да вижу я тебя, вижу. Дырки. Так, копаем вниз, учитывая, что у нас джет есть. На всякий случай выпиваю зелье огнестойкости. Ну, мне бы тоже, конечно, помешало. Ну ладно, я буду за тобой смотреть. А ты где, далеко там, где ты копаешь? Вниз копаю, строго вниз. Вот, под минимум, все. На высоте 5, под минимум. А, вот, вижу тебя, да. Опачки, тут ядовитая вода есть. Да, классно. Ты да, та самая. Ничего себе, она может с этого мира, с нижнего, к нам просочилась. Ой. Слышишь, как копает, смотри. Да. Зацени. Я... зацени пулемет, подожди. Да, я раньше тоже копал, кстати, такой штукой. Так же было. Есть. Так, а алмазики здесь есть, нет? Ага. Держи, тебе стак алмазов там приготовили. Где? Вообще говорю. Если найдешь, он твой. А что здесь этот горит? Он горел, да, этот блок, а что-то не смотрю. Я все вылетаю из этой дыры. Я показал нашим зрителям, что здесь, как здесь и почему здесь. Да. Лава не бесконечная. Даже в нижнем мире. Так что, уважаемые зрители, если вы вдруг надумаете высасывать ее, высасывайте. Хватит на всех. Так, а можно посчитать сейчас? Ну не обольщайтесь. Это сейчас 28-й, да, уже? Там что-то там прыгает около тебя лавовый кубик. А, да. Как я слышу по звуку, что... столкнул, смотри, в этот. Он не сталкивает, он маленький. Слушай, я булыжник закинул в этот, в обменник, да? Вот здесь. Зачем? Ну ты говоришь, что там должна кирка алмазная прийти, там какая-то система у тебя. Тот раз рассказывал. Она не придет, знаешь почему? Я кирки туда не положил. Нет, на самом деле систему я в тот раз пытался объяснять, когда меня как раз не слушали. Да я там с первых твоих слов все понял. Кидаешь булыжник, приходит кирка алмазная. Кидаешь там кусок земли, приходит там, не знаю, что-нибудь еще, меч там алмазный. Ну и все понятно здесь. Так, уважаемые зрители, спасибо, что смотрели. До встречи в следующей серии. В следующей серии я буду строить карьер. Пока. Всем пока. Всем пока. 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 Пока.